На форуме собрались сотрудники профилактических учреждений из Архангельской, Вологодской, Кировской областей и Республики Коми. Всего зарегистрировалось 143 человека. Здесь они могут поделиться друг с другом своими практиками в работе с молодежью и даже разработать новые. Притом это не только доклады. Наиболее интересные случаи разбирают в игровой форме, такой как квиз. А вообще профилактика – тема очень обширная. Она начинается от безопасности дорожного движения и заканчивается преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. И вот обо всем спектре вот таких разнообразных тем будем разговаривать в эти два дня. Были замечательные презентации про буллинг, да, как бороться с буллингом в коллективе. Или, к примеру, про то, как обучать детей правилам дорожного движения. Форум проходит сегодня и завтра с 9 утра до позднего вечера. Время используется по максимуму. Закончить обсуждение участники планируют в 23 часа. У нас одно из центральных мероприятий форума. Все участники разобьются на 11 команд. Каждой команде будет заявлена своя тема, свое направление в сфере профилактики. И вот сегодня вечером и завтра днем эта команда будет прорабатывать новые формы и методы работы в этой теме. Мы будем стараться разработать что-то современное и актуальное. Потому что если раньше, например, можно было прийти к подростку и провести с ним беседу, ну и в принципе этого было достаточно, то сегодня современный подросток уже не воспримет такой вариант работы с ним. Изначально мероприятие планировалось менее масштабным, но после получения гранта от области в размере 60 тысяч рублей удалось увеличить количество участников с изначально запланированных 70 до 140. Также была получена поддержка из городского бюджета 30 тысяч рублей. Благодаря этому удалось организовать проживание и питание участников, прибывших из других областей. Полученные в рамках форума знания и опыт специалисты по работе с молодежью будут внедрять в своих учреждениях на практике.